нас сегодня на обзоре Mitsubishi Outlander с установленной аудиосистемой на компонентах Aura. В передних дверях у нас стоят Venom 65, в задних дверях Infiniti 65, два усилителя. Я сейчас одеваю микрофон и начинаем обзор. Среди старинных домов и дворов Арзамаса слышен музыки панч и вибрации баса. Мотовый кузов, хром катки катит, топит Фронтера, валит автостиль, на Поволжье своя атмосфера. Ребят, приветствую всех еще раз. Я такой приятный... Мимика на лице, да? Мы установили аудиосистему на компонентах Aura, которые мы обозревали неделю назад, наверное, да, может быть, две, на основном канале. И настал тот момент, когда все эти компоненты бесплатно поставили в автомобиль Mitsubishi Outlander. Давайте перейдем и сразу с багажника начнем. Про усилители, про акустику мы более подробно останавливались в предыдущем видео. Я лишь сейчас кратко пробегусь и заострю внимание, что Шторм D1.800 работает у нас на сабвуфер. Ход крыши, она правда не шумованная, порядка 3 сантиметров. D4.200 работает на эстрадную 16-сантиметровую акустику Indigo 65 в задних дверях и Venom 65 в передних дверях. Да, помните, прослушка еще была немножко ранее на канале, наверное, с недельку назад. Мы их в стенде сравнивали, так скажем, лоб в лоб. Indigo забираются выше, так скажем, они песочат, они дают именно те высокие частоты, которые необходимы от шестнаря без пищалки. Venom играют пожирнее, они играют пониже. Ну и сверху мы их подкрепляем твиттерами шелкового типа Шторм 3.1. Здесь у нас король мяса, сабвуфер Aura серии Шторм. И самое интересное, я так вот сейчас коробки уберу. Героем. Не наши аудиосистемы, а просто царем багажника является ресивер и компрессор. Для чего он здесь установлен? А здесь от теплохода или от паровоза стоит тифон? От фуры? От какого? От фротлайнера? От американца, наверное, да? От какого? У нас как-то был случай, мы ставили прям тифон пароходный. Я помню, что там Вован там каким-то... там металлические пластинки 5-миллиметровые гнул, но там жара вообще была. Так, в багажнике у нас изготовили полуфальшпол. Здесь скрываются два усилителя, четырехканальник, моноблок, конвертер высокого уровня для подключения к штатной магнитоле и силовой дистрибьютор. Он нас делит плюс и минус. Ну, соответственно, все вот это вот закрывается потом крышкой, и на нее можно поставить, ну, я думаю, ящик кока-колы или лимонада, спокойно он выдержит. Сиденье сейчас защелкнется, и компрессор, который... Давай я подготовлюсь только. Песок из глаз сыпется. Так, помимо того, что здесь установлен мощнейший воздушный сигнал, помимо того, что здесь установлена топливная система на газобаллонном, от газобаллонного оборудования, мы здесь видим плюсовую клемму, которой подключено много-много-много плюсов. Это и питание ГБО, и питание реле. Но у нас это мало интересует. У нас лишь выходит провод, который защищен предохранителем. Предохранитель на 80 ампер, он у нас защищает всю силовую часть. Масса у нас в багажнике. И источником звука в этой машине является головное устройство на операционной системе Android, который был установлен у владельца. В передних дверях вот так разместились Venom 65. Пришлось допилить металл, и твиттеры установлены штатно вот здесь в уголках.
по системе, в принципе, ничего не видно. Все это дело закроется, еще раз повторюсь. Ну и места в багажнике, можно сказать, нема. Но. Игра стоила свеч. Ребят, про бюджет аудиосистемы я вам говорил в прошлом видео. Владелец меня просил не указывать на бюджет. Мы сейчас включим еще одну прослушку, послушаем. И повторюсь, что в рамках акции «Бесплатная установка» мы поставили сюда все компоненты, протащили проводку и настроили аудиосистему в подарок. За исключением того... Слышно меня плохо, наверное, было, да? За исключением того фальшпола, который изготовлен индивидуально. Ребят, здесь у меня слева от ноги стоит регулятор баса. Я могу в любой момент время добавить, да, сразу меня чувствуете? Владелец попросил включить эту песню. Сегодня на обзоре владелец хочет сказать спасибо, что нашел время. Вам хочет сказать спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно нажмите красную кнопку, обязательно нажмите колокольчик, комментарий, лайк, вы все знаете, да? Ну и хочется сказать, что многие из вас не подписаны на наши ресурсы. Обязательно подпишитесь и будьте с нами. Быть добру, всем пока. И забыл вам показать динамики, которые были установлены с завода в Японии. Это вот такие вот широкополосники медбасы. Стояли в дверях, подкрепленные твиттерами, но система заиграла совсем на другом уровне, да? Владельцы, улыбка с глаз не сходит. Спасибо вам еще раз. Двигайтесь с музыкой.